от як бачите, ми працюємо в таких от условиях. Я побачив, що тут красять мост і підійшов, от в чому що було, не передівався нічого. Тому що, ну, я знаю деяких ребят, які тут красять, і мені понравилась сама ідея покрасити от мост не просто, ну, жовто-блакитними кольорами, да, а ще вишиванка. Ну, так от виходить. Взявся за те, що можна так сказати, найчистіше, тому що без форми. Чищу мост. Ну, тут така штука була, пахло тут стоять, тому що дуже близько знаходяться рейси. І коли поїзд приїжджає, то ну, стрьомно стоять, може зацепити. Так що я постійно на стрьомі, можна так сказати. Я бігаю туди-сюди, коли їздять поїзда, і почищаю цей мост. Вы, наверное, видели нас на Ливаневском мосту, сюжет о Ливаневском мосте. После нашей работы много людей начали говорить, что это хорошо, это классно, но если сейчас начать поддерживать эту инициативу по всему городу, то весь город превратится в желто-голубой цвет. Скажем, сладкого должно быть в меру, поэтому активист Александр Москаленко, которого вы можете видеть вверху, придумал вот такую красивую, я не знаю, как назвать, вышиванку. И, как видите, теперь национальные узоры будут украшать железнодорожный мост. А через неделю я хочу пригласить вас на Таращанский мост. Его будем раскрашивать в украинские цвета, в цвета украинского флага. Я думаю, вам надоели изменения локации съемки, но хотелось бы показать просто всю работу. И я хочу сказать такой момент, что в нашем городе эти локации будут меняться не только по месту работы, но и по всему городу. Весь город станет патриотичным, весь город станет красивым. Спасибо.